Всем привет! Продолжаем моделировать наш домик охотника. И продолжаем собирать из заготовленных в прошлых видео макете и бревнах наш целый дом. То есть по макету мы придерживаемся размеров, а бревна, которые мы накопировали и сделали им развертку, делаем, как я сейчас разворачиваю одно из бревен и подставляем их в нужные места. Здесь я делаю очередную колонну, которых у меня здесь 5 штук, но скорее всего останется 2, потому что думаю, слишком много их здесь, и 3 нужно будет удалить. Беру еще одну бревно, только немного видоизмененное, ну, чтобы они были разные, чтобы на них были разные текстуры, размер был разный, чтобы максимально сделать вариативный наш домик, будто он состоит из различных элементов. Из различных бревен по толщине, по возрасту, ну и так далее. Расставляем бревна в нужные места. Подбираем, как они примерно располагаются на референсе. Или придумаем что-то свое. Но одновременно моделить и что-то придумывать, это вряд ли получится. Поэтому лучше смотреть, как уже кто-то построил. И когда уже соберете полностью всю модель, тогда уже можно что-то изменить. Ну а референсы достаточно сильно помогают. Так как и при создании формы, как и при создании текстур. Не забывайте ими пользоваться, это очень, очень полезно. И приступаем к созданию досок. Я выбрал примитив бокс и нажал им там галочку автогрид, чтобы на поверхности моего макета можно было сделать доску. То есть она четко прилегает к поверхности вот этой крыши, этого треугольника примитива. Тоже возьмите на заметку, это очень, очень помогает, если где-то что-то быстро нужно пристыковать или сразу же там примоделить что-нибудь. В моем случае это обычная доска. Задаем ей размеры. И выставляем, как бы мы хотели, чтобы она смотрелась в нашей модели. Рассматривайте модель со всех сторон, чтобы максимально подогнать нужную деталь по размерам, по соотношению друг к другу.
Ну и чтобы она эстетически смотрелась и логически нормально. То есть, как бы, допустим, оно физически было бы построено, это здание. Выставили мы нашу доску в нужное место и можем скопировать. Как инстанс копии. Здесь я изменил на обычные копии, так как хочу их сделать, опять же, вариации досок. Три доски я скопировал, да, и буду делать из них разные доски, не похожи друг на друга. Буду стараться это сделать при помощи модификаторов 3D Max. Уменьшаем размер бокса и делаем, чтобы не было там тысячных, десятитысячных. Я стараюсь выставлять в ровные числа, потому что не нравится мне, когда там сотые, тысячные, вот это все мелочь, шелуха. Добавляем editable poly и уже по обыкновению я добавляю connect. И вот, как я говорил в прошлом видео, я просто изгибаю один коннект, одно ребро, которое я сделал посередине, не обязательно оно должно быть посередине. Потом добавляю чамфер с двумя ребрами. И смещаю его к концам модели. И получается такой плавный переход. Очень удобно. То же самое примерно делаем и с другой доской. Сделал я connect, но уже ближе к одному из краев доски. И также чамфер. И смещаем к краям ребра. Переходим к следующей, третьей доске. И также Connect. Смещаем в другую сторону теперь. И добавляем чамфер с двумя ребрами. Если бы была модель хайпольная, то ребер можно, конечно же, добавить побольше для более плавного изгиба для более плавного перехода. Также смещаем, чтобы добавить более такой природной, да, естественной кривизны, когда доска высыхает, особенно когда ее сделали ну, на улице, ну, то есть не в заводских помещениях, она идет на изгиб всегда. Ее выгибает, так как она высыхает и дерево изгибается. Или по каким-то другим причинам. Допустим, дерево росло с кривым стволом. Это уже одна из причин искривления.
Копируем доску с инстансом и выравниваем, делаем потолок нашего домика. Смещаем доски, чтобы не было они как с завода одинаковые, а будто это делали быстренько на скорую руку, и поэтому они не одинакового размера, и также придает вариативности и похожести с оригиналом. Применим Unwrap, развертку, я сразу накинул чекер, чтобы было видно, так как это копии, instance, я сразу вижу, какую доску я сделал, какой доской я сделал развертку, каким копиям не сделал. И также я здесь использую предыдущие наработки, которые вы видели. Добавляю ребра, разрезы и Quick Pelt. Зарелаксили, но вот здесь в этом месте нужно разрезать. Выделяем это ребро. Ну, я здесь немного по-другому сделал. То есть снова я применяю Quick Pelt. И потом релакс, и получилось у нас вот такая досточка в развернутом виде. Упаковываем ее на место, применяем модификатор Collapse Tool и видим, что у нас появилось две доски с разверткой сразу же одновременно. Вот что дает один из плюсов Instance Copy. То же самое проделаем и с другими досками. Копируем наши готовые досточки и смещаем их вверх, чтобы была у нас здесь такая вот симпатичная веранда.
И давайте их, наверное, отрежем. Применим модификатор slice. Разворачиваем под углом 90 градусов наш plane режущий и выставляем, где бы мы хотели сделать разрез. Очень часто я пользуюсь этим инструментом layer, который показывает слои, тоже очень удобно скрыть или открыть части модели. В моем случае это макет, я сверяюсь с макетом, как должна выглядеть модель. И если макет мешает, я его скрываю на соответствующей вкладке Hide. Отрезали, применяем модификатор Collapse To. И вот такие у нас получились досточки. И уже с готовой разверткой. Их даже не нужно, если вы их не масштабировали, то их не нужно и применять утилиту. И также не нужно их менять им unwrap, развертку. Эти же самые доски копируем вниз для пола, чтобы сделать пол. Их можно перемешать там между собой или просто развернуть, чтобы пол не был похож на потолок, так как текстуры будут похожи, если это все будет перекрывать друг друга, если будут текстуры, для экономии текстурного пространства на листе, на текстурном листе. Экономия делается для того, чтобы текстуры были более качественнее, более четче их видно. Но из-за этого страдает, конечно, вариативность. То есть они будут одинаковые. То есть можно применять два вида развертки. Или все разделить по отдельности, но тогда текстуры будут не очень, если все будет на одном листе. Или же все можно на один текстурный лист поместить всю модель, но тогда, чтобы они перекрывали друг друга. Тогда будет более качественная модель, но не так вариативно. Опять же таки, все зависит от текстуры, теперь уже, если при таком виде развертки. Отрежем ненужные части столбов, применив модификатор Slice.
Давайте скопируем наши готовые бревна и будем из них делать второй этаж. Такую вот мансарду, да, наверху, которая. Я убрал инстанс, потому что если я буду резать эти бревна готовые, да, которые в инстансе, то порежутся и уже бревна с этим же функцией копии и внизу, да, и там в торцах мне это не нужно, поэтому убираем эту галочку и делаем их индивидуумами, индивидуальными. Не забывайте об этом. Если вы скопировали в инстансе, то это повлечет на все остальные копии. Любые изменения. Отрезали, что-то поменяли, точку сдвинули. Все это будет влиять на остальные копии. И вновь применяем слайс и отрежем ненужное нам. Нужное оставим. И здесь мне вот понадобилось разделить эти бревна еще пополам, чтобы было с одной стороны доска, а с другой бревно. Ну, это вроде называется шалевка, если не ошибаюсь. И вот здесь предлагается все это мне применить к группе. Проверим, не подействовала ли инстанс копия на остальную модель. Нет, все в порядке, можно продолжать. Итак, получилась у нас такая шалевка. Но ее нужно закрыть еще. То есть где-то сделать экструд и потом кап. Но это уже будет другая модель. То есть вот это, что сейчас мы видим, это уже имеет развертку, а то, что я буду добавлять, это уже совсем другое. То есть нужно будет заново применять развертку. Соединяя с помощью бриджа, так как если с помощью капа соединить, не будет вот этих вот соединений. А мне они нужны. Не будет соединительных ребер. Их все равно придется делать. Зачем повторять двойную работу? Сразу видно,
когда материал наложен, да, чекер, где хорошая развертка есть, а где ее нет вовсе. И это наглядно сразу же нам сигнализирует, что здесь что-то не так, надо что-то делать, надо что-то менять, иначе будет некрасиво. То же самое проделываем и с остальными бревнами. В этой модели я не стремлюсь делать одни четырехугольные полигоны. Здесь у меня есть и треугольные. Но, несмотря на все ваши старания придерживаться четырехугольных форм полигонов, все равно движок игры разбивает вашу модель на треугольники. Так что это нормально. Там, если вы делаете модель, подлежащую турбосмус модификатору, там, конечно, нужно делать четырехугольники. Но даже если вы сделаете треугольник, все равно турбосмус из него сделает четырехугольник. Вот многоугольники, конечно же, не допускается. То есть это пяти-шестиугольники. Их нужно избегать, иначе будут звездочки такие, стяжки в ненужных местах. Это отступление от лоупольной модели. Удаляю ненужные мне ребра вместе с точками. При нажатии на Remove зажимаем Ctrl и удаляются и точки. Если не нажать Ctrl, то точки останутся. И это будет проблема. Применяем развертку к новоиспеченным моделям. По той же самой схеме я действую. То есть выделяю ребра, делаю из них Sims, разрезы. И квикпельтом их растягиваю. И потом уже делаю релакс при помощи релакс инструмента. И наша текстура, наша модель растягивается в красивую текстуру, на которую будет не страшно взглянуть. Если нужно приоттачить, это можно сделать в окне Edit UVW. Вот здесь они разных размеров получились, да, то есть бревно, которое я делал одного размера развертки, а вот эти торцы уже, видите, совсем другого, то есть они больше во сколько раз.
Я их приоттачиваю. И выбрав весь элемент, просто сглаживаю и упаковываю. Все, бревно готово. В принципе, можно было их скопировать, то есть вот эту одну развертку скопировать и сделать одинаковые эти. Ну, я сделал их всех разными, потому что хотелось, чтобы они имели разную форму. Это, конечно, так было бы быстрее. То есть развернутую модель уже скопировать и потом добавить вариации ей, и может быть чуть-чуть подправить в Unwrap, и все, в модификаторе Unwrap. Но не сидеть вот это вот и разворачивать. Ну, хорошая мысль приходит уже при просмотре самого видео. Это бы ускорило, конечно, работу, но я вот сижу и разворачиваю по новой. Но зато будет вам на что посмотреть, как делается развертка практически в реальном времени. Я всегда скрываю map sims, потому что, ну, зеленые, которые автоматически накладываются, они мешают, сбивают, и лучше их сразу скрыть. Ну, здесь я уже нашел быстрый способ делать развертку. То есть, как вы видите, буквально несколько нажатий мышкой, и все, развертка готова. Ну, можно было и так сделать. То есть вариации на тему. Макс предоставляет достаточно много инструментов, достаточно много вариантов их применения и решения любой проблемы. Теперь можно их копировать и применить их вот сбоку, они тоже пригодятся. Отрезать, если они длинные, или с помощью модификатора на всю группу, или же можно каждую по отдельности отрезать. Но нужно только резать, если будете двигать там ребра, да, то вы повредите уже готовую развертку. Или резать, или делать ребро с помощью коннекта. Не имеет значения, потому что когда вы режете, точно так же добавляется ребро вместе разреза.
Продолжаем использовать уже готовые доски. И одна из таких досок пойдет на входную дверь. Ну, то есть на ее как бы окантовку. Взял я еще сверху доску, она мне тоже понадобится в этом деле, и всячески подгоняя, мы продолжаем строить наше здание, наш лесной домик, домик охотника. Ну, еще мне предстоит, конечно же, вырезать те места, где будет дверь, окна. Еще я буду делать вход на второй этаж. Это тоже своеобразный вызов, как вырезать, чтобы влезть на второй этаж и войти в дом. Ну а пока просто размещаю элементы входной двери, примерно какая будет ширина. На макете я это сделал, но теперь как бы уже оригинальная версия. Можно сдвинуть, не обязательно по центру она должна быть, эта дверь. Влево-вправо наша модель позволяет это сделать. Вот что-то вроде такое вырисовывается. Но до окончания еще, конечно же, много работы. И поэтому не расслабляемся и работаем дальше. Скопировал очередную доску, и она пойдет на предназначенное ей место. Использовал я инструмент Quick Align, быстрое выравнивание, и выровнял быстренько с потолком, и теперь перемещаю уже вручную на ее исконное место, там, где она будет жить. И также с нее снял копию и отправляю ее на уже совсем другое место. Но тут я уже передумал. Решил оставить порог не делать, а просто оставить доски.
Слайс также можно делать и в editable поле или применять слайс отдельным модификатором. Его действие от этого не меняется никоим образом. Но всегда смотрите, чтобы это была не инстанс копия, иначе будет влиять на все остальное. Повторяю уже который раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На этом я видео заканчиваю. Всем пока.